Да, слушаю. Алло, докладываю. Это сбежавшая с Крыма часть сдаваться так. Никак видеть не хотят. Их сейчас уговаривают, с Володарского приехал парень, бывший военный. Вот, но не будут они сдаваться, не хотят. Не знаю, как он уговорит их. А оружия вот. Много? То, что на них, 25. Значит, кладите их на землю. Вот угроза. Сейчас прибыл Ромашка, нет? Нет, когда он прибудет? Дождись Ромашку, после этого как следует заблокируй. И вплоть до огня на поражение, нехуй церемониться с пидорасом. Я заблокировал дорогу, у меня тут раз, два, три, у меня 5 стрелков с автоматом, ну, я их не знаю, этих людей, они со Славиком. Сейчас прибудет к тебе, сейчас Ромашка прибудет, а полностью окружить, заблокировать, и не церемониться, разоружить полностью. Мы не в Крыму, блин. Объясни, да. Мы не в Крыму. Все понял. Давай, и звони это самое. Ты скажи Игорю, можно там, пока у вас там боев нет, или если он не занят, сделать методичку по захвату УВД и передай нам ее... Методичку по УВД, это как, по захвату УВД? Да. Катюш, тут работает по захвату МВД спецура, которая больше 15 лет занимается только войной. Реально. Да, ну...